Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над Англией. Это случилось в первом матче Кубка Европы в Португалии. Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу россиянок. Дубль сделала Анна Черникова. Еще один гол на свой счет записала Анастасия Горшкова. В следующем туре россиянки сыграют с командой Нидерландов. Футбольный клуб «Урал» победил «Краснодар» со счетом 2-0. Это случилось в контрольном матче в Австрии. Уфа уступила чешской «Виктории Плзень» 0-1. Ну а Сочи проиграл хорватской команде «Риека». Московская «Динамо» оказалась сильнее Слована из Чехии 1-0. Таким образом, футбольные клубы России готовятся к новому сезону Премьер-лиги. И на этом о спорте пока все. Погода. Сегодня, 6 июля, в Великом Новгороде плюс 15-17 градусов, временами дождь. В Калининграде, Перми и Кирове плюс 17-19 и дождь с грозой. В Уфе и Казани плюс 20-22 без осадков. В Самаре плюс 25-27 градусов. В Нижнем Новгороде 15-17 тепла, кратковременные дожди. В Пензе плюс 20-22 градуса, переменная облачность. В Ярославле и Владимире плюс 16-18 и дожди. В Воронеже также дождливо, плюс 19-21 градусов. В Ростове на Дону без осадков плюс 28-30. В Санкт-Петербурге дожди, плюс 16-18 днем. В Москве дождь, местами сильный, и плюс 15-17 градусов. Сейчас в столице плюс 13, облачно, безветренно. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Радио России. На правах рекламы. Отпуск – это замечательно. Пляж.